Ребята, всем привет, ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ниву, вдруг кто-то не знает, вдруг только кто-то зашел. Будем знакомы. Сегодня я хочу заснять для вас небольшой влог, возможно, и большой будет, я практически сама еще не знаю. Мы идем с подругой и сестрой гулять по Стамбулу. Скажу по Стамбулу, потому что мы еще с нами не знаем, куда нам идти. Извините за этот звук, который сейчас доносится непонятно откуда. Где-то идет ремонт, не дела. Либо наверху, либо где-то здесь. Ну, ничего страшного, думаю, это не испортит звук. Сейчас мы почти готовы с сестрой, точнее, я уже готова. Я жду сестру. И думаю, иншаллах, мы скоро выйдем, дойдем до трейна. Там будет ждать нас подруга. Возможно, мы поедем к ней, ее там подождем. Надеюсь, я сниму полноценное видео, потому что в последнее время, точнее, всегда, с момента, как я купила стабилизатор, он у меня очень плохо работает. Первые две недели было все отлично, пока я училась пользоваться им, но два месяца он очень плохо работает, то зарядка очень быстро заканчивается, то, короче, я не понимаю, с чем это все связано, но думаю, иншаллах, я приобрету здесь что-нибудь такое хорошее, чтобы была какая-то стабилизация, чтобы вам же было комфортно смотреть мои видео. Вчера, кстати, еще вечером пошел дождь, это было просто невероятно, поэтому я сижу в жилетке, и шалат мы уже скоро встретимся с вами на улице. Погнали! Я только что закончила видео, свою вступительную часть, и тут же звук убавился, его уже нет. Как это? Как? Я просто не хочу уже переснимать вступление 1500-й раз, потому что и до этого я уже старалась записать его очень много раз. И на этот момент, когда я именно уже была собрана со своими мыслями, со своими предложениями, к сожалению, мне помешал вот этот звук. Но думаю, это будет не критично. Надеюсь, вам, для вас это не будет критичным, потому что, ну, для меня вроде бы вообще, я никогда не пересматриваю свои видео по много раз. Думаю, это не будет играть какую-то плохую большую роль. И, кстати, в последнее время очень сильно становится популярным мое видео насчет хиджаба, хиджаб-туториал. И я всегда стараюсь заснять, опять же, еще одно видео касательно хиджаба, касательно аутфитов, как одеваться в Стамбуле, как одеваться именно осень, потому что уже осень. Но у меня никогда практически не бывает времени, к сожалению, к великому сожалению, но иншаллах, следующее мое видео, нет, ладно, через две видео я обязательно выпущу какое-нибудь видео на эту тему, либо на тему одежды, либо на тему платка, как завязывать. Иншаллах, ждите новое видео. Давайте быстрее уже погнали на улицу. Я это уже говорю четвертый раз, по-моему, но мы еще не на улице. Погнали. Все, ребята, мы уже идем за секунду до выхода. Я сменила уже свой платок, потому что в нем мне все-таки было некомфортно, оказывается. Сейчас мы идем с сестрой в трейн. Она снимает. Она не хотела с вами поздороваться. Привет. Да. Скорее всего, моя подруга уже ждет. Вот, поэтому очень быстренько нам нужно дойти до трейна. Мы здесь увидели очень красивую, типа красивую локацию. И сделали пару фото для Инстаграма. Поэтому не забудьте подписаться на наши Инстаграмы. Мы очень много делаем фотографий, но не выкладываем. Что мы выкладывали, подписывайтесь на наши Инстаграмы. Погнали. Карту пополнить, потому что у меня 9 осталось. Мне 18. Богачка, 7. Здесь сюда лучше сюда? Было? Вот здесь лучше было? Сюда? Нет. А давайте, мне без разницы. Он очень вкусный. Один же пробовал, он очень вкусный. Кто не хочет? Сейчас кушай. Thank you.
Хочет взять самокаты. Даже если мы говорим, что мы боимся, она хочет все равно взять. Зачем? Ладно, она сядет, мы пешочком пойдем. Сзади мы не сядем все равно. Мы, знаете, вот так придержим и пойдем пешочком. Я вообще боюсь этих штучек. Я все равно взяла. Она взяла, я, но я не буду водить. Сейчас начнет она. Айр я. Ты что? Сейчас Вара покажет мастер-класс. Он тяжелый. Ты-то снимаешь да. Семи, как оно выглядит? Прикольно. Но все равно я от полнения, думаю, я не справлюсь. Она, значит, научилась уже. Она умеет. А Ирья, пастур. И все? Она все знает, да, все знает. Тоже стоит. А Иркас я. Нет, это все равно страшно для тебя. Йок, я тебе не помогу. Я помогу. Сен? Где я помогу? Я бы сколько раз все там, да, опасно все равно сказал. Они такие красивые. Жалко, что здесь есть везде глаза. Получается 80. 24, 120. На вообще. На одного человека говорят 40 лир, чтобы просто покатать. 40 лир это ж дорого. Небольшая поправочка, за 40 лир катают 1 час. Да, да. У вас из там. Ой, Стамбул, наоборот, учусь онлайн сразу. Спокойно,
парень с телефоном. Все, можете снять. Ну это чей-то хуйня. Козло по раскрутку. Зайди очень не гори. Очень не гори, İçeri girin, rahat rahat çıkarıp bakın kitaplara. Şunlar İngilizceler, Murat. Fransız diyorlar. Arkamızda da eski National Geographic İngilizceler. National Geographic eski İngilizce. Gerisinde Türkçedir, bakalım. Geometri mi o? Ne güzel değil mi? Ya o işte neydi? Я уже говорила, что иншалла скоро приедет полка для моих книг. Иншалла есть уже заказали. Надеюсь, меня еще слышно. Очень разные книги. Вот этот, к примеру, об экономике стоит 10 лир. 8, по-моему, рублей. Я хочу что-нибудь купить. Не, Марии то же самое было. 9 лир было. Да. Здесь тоже, значит, такая цена. Самое время, ребят, попрощаться с вами. Вот такой вот он Стамбул. Там сзади самокаты. Сейчас пойдете еще. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте подписаться на мой канал и на мой инстаграм обязательно. И на инстаграм моей сестры. Мы сделали много фотографий, сделаем ей видео. Хотя меня никто не снимал на инстаграм. Ничего страшного, думаю. Иншаллах, у нас будет много-много видео еще на ютубе и в инстаграме. Поэтому не забудьте подписаться и поставить колокольчики. С вами была. Thank you.